вообще, если лучше первый раз, да, единичка, ну, пять, да? Ой, давайте. Ну, вообще, только первый раз человек начинает делать. Нет, он же 0,5 единичка. Единичка, например, если все-таки выбирать 0,5 единица, единичку. То единичку, да, про запас. Единственное, что в первую процедуру вы можете либо с анестезией провести, либо, ну, не совсем прям вот очень много проводить вот слоев, дать немножко такую щадящую, для того, чтобы можно было привыкнуть, потому что с каждой процедурой чувствительность все меньше и меньше и меньше, да, адаптируется потихонечку, да. А для ягодиц? Сразу полтора? Там двушку даже можно брать. Там уже каток же ягодиц. Это не очень совершенно, мне кажется, по килу. Вот мы им уже несколько раз писали, что можно ли сделать, например, ролик, ролик сам по себе, вот барабан. Вы потом спрашивали, дайте мне все сделать, а потом будем спрашивать. Это вот каждый раз отрываетесь, да, потом мне вот хуже. Не знаю, как вот пациентам, но мне вот так хуже. Ну, кто-то, кому-то, наоборот, нравится, отдыхает немножко. Ну, да. Это я когда прошу, а вдох, так вот, выдох. Ну... Фотографируйте после любой процедуры, до курса процедур, чтобы они видели. Потому что, ну, всякие бывают, они привыкают к себе такими, потом им кажется, что они такими всегда были, ничего у них не изменилось. Фотографию наглядно до, после, чтобы видели. Угу. Нет, ну пострим хорошо, кстати, антицеллюлитная. Ну вот целлюлитная, да, там не совсем удобно в плане большого размера. Да. Да, он быстро проходит, заканчивается все. Вот уже все здесь это, не да. трогаю, уже все, это не больно, ну, только такое ощущение все-таки ссадина еще остается, да? Ну, такое оно незначительное. Вот пока делают, вот, ну, когда сказала уже. Иголки впиваются в кожу, да. Вот тогда это неприятно. Чуть только ушел, все.